Это родное дерби, встречается команда родина 2006 года рождения и родина 2007 года рождения. В матче первого круга победу одержали здесь другие хозяева, футболисты 6 года рождения. Матч, в котором уже полно сюрпризов, в том числе и в стартовых составах команд, с которых и начнем наш поединок, который уже стартовал. И сейчас пытаются уже в один раскачать. Находит Наиля Арифуллина. Скидка, продолжается атака и удар в касание от Никиты Смирнова. Первый по-настоящему опасный момент мы с вами наблюдаем. Пришлось Артему Глотову несколько переместиться на фланг. Смирнов. Есть. Есть свободное пространство. Сам идет и бьет в ближний угол. Уже второй удар в исполнении Никиты Смирнова мы наблюдаем. Самый бьющий на старте этого поединка игрок подготовки команды Филиппа Соколинского. Опасный момент. И здесь удар и счет открыт. Даниил Борисов открывает счет в нашем с вами матче, отправив мяч в сетку ударом в дальний угол. Вот так на исходе получаса игры у нас все-таки одна из команд завладела преимуществом в счете. Дементьев принимает мяч. Передача, и как же был близок Даниил Борисов к тому, чтобы оформить дубль. Кажется, что да, успели защитники перевести мяч на угловой. Удар будет в дальний угол и опасный момент. Николай Балабанов носил этот удар. Николай отличился у нас в матче первого круга, причем гол его стал победным. Продолжается атака. Видим то, что уже Виталий Жумагазиев действует ближе к своей родной позиции. Технично Васильев и Горбулев пропускают Михаила. Тот простреливает с близкого расстояния, наносит удар Борисов. И это мега-сейф от Савелия Петелова. Лионель Месси. Да, сейчас мы вправе его практически Лионель называть Михаилом. Ну и Лионелем Васильевым. Обратите, какую компактную среднюю линию они выстроили. И сейчас имеют возможность увеличить счет. Если бы удар в дальний угол настиг цели в исполнении Егора Николаева. Очень действительно опасный момент. Глотов все-таки бьет. Мяч на дальней штанге. Гол забит, но офсайд. Отличиться вот так посредством офсайда — это тоже почувствовать уверенность в себе. Смирнов отлично действует, но подбор, ребята, как же так? Забирать же нужно. И забирает его футболист команды гостей. Борисов, прием, удар в ближний угол. И справляется вновь Савель Петелов, который свой бой пока на данный момент выигрывает. Следует подача. И после звучит уже финальный свисток. Родина сегодня действительно не проиграла. В данном случае не проиграла команда Родина 2006 года рождения, которая одерживает минимальную победу со счетом 1-0.